Сегодня у нас необычный старт. Необычный, потому что разбираем железо. Много всего такого, чего мы обычно не берем. Самый технический хайк. Саша, откуда у тебя такая большая красивая веревка? От Грега. Еще одна, вон еще одна, там еще одна у Марты. Веревочки. У меня вообще ничего нет. Ничего нет. А Даша молодец. И куда же мы сегодня идем? Идем мы на прекрасную гору Шуксан. И чем она выгодно отличается от Эльдорадо? Здесь, прямо возле парковки, отличный туалет. Очень удобный, красивый и свежий. Вот тут у нас блюбеги для особых дел. Кто-то из наших предложил, что блюбеги прибрать не надо, а можно просто взять пакет от Mountain House. Главное, что потом никто не перепутал. Ну, пока что этот трейл просто прекрасен. Постригли кусты, идешь, дорога как для людей, красота вообще. Начался красивый лесочек с теньком. Может, сейчас мух станет меньше, вообще будет отлично. Вышли из леса, перед нами какая-то полянка и, наверное, наша гора впереди. Супер. А вот, судя по всему, дошли до границы национального парка. Вот здесь написано National Park. А вот и первый снег. Наслаждаемся. Круто. Так приятно слышать от Андрея, что он это такое идет. О, как красиво! О, так прекрасно! Вот я про это говорю. Смотрите, завтра он будет идти вниз. Сейчас это, нужно чучело пойти. Такой, звук прибоя. Она такая дешевая в этом, в русском магазине. Только что я сказала, что я не купила, пожалуй, $20 в штуке. Да, это тебе не Эльдорадо. Я хочу, чтобы она растет. Она реально растет? Вот тут похожая на тучку. Это не тучка, это говорят, что это пожар. Выглядит страшно, как будто там вулкан какой-то взорвался. Ох, какой ледник красивый. Ага. И вершину нашу видно на завтра. Детский крем от загара брать. Детский? Чтобы глазки не щипало. Там наша вершина в облачках, там Бейкер, а там офигенный ледничок, красивый. Как бы там 360, то есть ты просто выбираешь любой кадр, а на YouTube, когда закачиваешь, получается анимация. Наш прекрасный лагерь. А Евген забыл самое главное. Свой подсчет. Да. Готов. Маунт Бейкер. И палаточки там. Место для этого. Место для размышлений. Мы страхуемся прусиком. То есть прусиком, а перила страхуется именно когда... То есть ты не то, что там в любой момент можешь сорваться, и тебя должна верхняя страховка поймать сразу. Камни, которые летят, то есть там будет много народу иногда, то есть нужно быть очень осторожным. Вы правы, потому что есть... На самом деле тут предводитель, который как бы говорит. Кто-то будет спать прямо здесь. Саша, наверное. Марта пошла смотреть на закат. А ты смотришь на сторону? Вставать в 3 часа ночи. Мы еще поспим. Мы будем завтра лезть по камням с использованием веревки. Будет скрэмблинг 4-го класса. Что значит, что в принципе лезть не очень сложно. Но
можно очень серьезно упасть. Надеюсь, все будет весело, интересно. Наш путь вот здесь вот. Потом заберемся сюда, будем идти прямо. Здесь обойдем и наверх. В конце этой пирамидки мы будем уже карабкаться наверх. Все, собрались мы. Физкульт, привет. Да, физкульт, привет. Кто хотел попить, пописать? Давайте, есть уж перерыв, поспать. Поспать, да, хорошая идея. Хорошее утро. Фейсбук тоже копирается, получается. Начинается веселье. Здесь стрёмно. Ты будешь мандалак? Жду очередь. Нет, смотри, это если ты горизонтально, то чуть-чуть будет. Я льва вижу, да. Даша, Андрей на самостраховке. Короче, веревка застряла. Сейчас придется мне спускаться. Камни живые. После перестежки 5 лет назад. Андрей, ты как? Лезу, все нормально. Веселье полным ходом у нас тут вовсю. Да, там, если что, очень далеко. Ништяк, вроде красиво. Типа стою на камне, там такие, они ну, начинают все так двигаться. Я такой, блин, а потом они остановились. В бочках отражается. Я могу еще задом сесть. Да нет, сиди как тебе удобно. Тебе что, было легко? Ура! Е-е-е! Ура! Красота! Все равно все будем дальше. Хорошо. У него там 10 килограмм в рюкзаке, в отличие от нас всех, у нас гораздо меньше. У него больше, чем 10 килограмм, наверное. Не, я часть Даши отдал. А ты что прохлаждается? Мартухин, ну как тебе гора? Красивая. Правильно. Можете передать Грише? А ты знаешь, как это? Он уже отцепилась. Где же? Автоматический рефлекс, типа надо снять, он поп сразу нашел. Веревки прямо туда давать играть? Да просто положи, да, я. Красота! Я уже тут кручу камеры. Вторая веревка. О. Прямо на спуске. Так как падение. Объясняю, так как падение теоретически возможное, оно не вдоль веревки, оно туда поперек веревки. Евген нашел портативный туалет. Я вырежу. Вот Евген показывает специальный реестр людей, которые поднимаются на эту гору. Но мы... Которые пользовались туалетом. Должны открыть и показать, что это. Вот тут написано, типа, Devin, love you. Ого, это, похоже, есть лесной пожар, который у нас в Северных Каскадных горах бушует сейчас. Выглядит отсюда, как ядерный гриб. Да, вчера мы наблюдали что-то похожее. И вот все это, как будто пыль такая на горизонте, это все дым от пожаров. Первый дюльфер отсюда. С
все нормально? Нормально. Такой веселенький дюльфер. Он Евген сейчас спускается, только что я спустился. Очень такой своеобразный дюльфер. У нас там есть две проблемы. Одна — это очень большие камни размером с небольшой холодильник, которые прям очень гуляют. Ногой его толкнуть, он летит вниз. А внизу люди. А другая проблема — там прям видно, что немножко девочка перетирается. Чуть-чуть там она волосится. Красота. Марта, давай свою. Отдыхаем как можем. Выходные не на смарку. Даша прям вообще прыгает. Вот там. Там сейчас камушки. Угу. Все, она пришла, камушки. Это уже хорошо. Важно не спустить камни здесь. Поэтому очень быстро спускаться не стоит. Надо очень смотреть под ноги. Последний участок был так себе. Такой, без веревки вниз надо было по сыпухе. Я к таким штукам чувствительный. Как вот это все правильно с обвязыванием. Сейчас. Волнительные процессы обвязывания. Блин, я не могу там нигде. Не забудьте навязать. Стоял, какая пещера там. Ничего себе. Да, сейчас вот прогулка по кривасикам. А чем мы замедлились? Ой, северные каскадные горы — это круть вообще. Впереди Glacier Peak. Где-то там еще наш лагерь, в который мы идем. Скоро соберемся и к машинкам. И я буду петь песню «Табулы расы». Я люблю свою машину и крепко жму на газ, чтобы доехать домой и насладиться остатком выходного. Супер!